видела руки свои во сне от запястья до локтя, они были разрезаны и зашиты белыми нитками. Швы такие, короче, знаете, швы такие, крови не было вдоль полосы, и они зашиты. Было ощущение, что заживут. Вот когда вы видите, здесь несколько моментов. Первое – это то, что руки. Когда возникают какие-то раны на руках, очень часто это может быть связано с потерей работы, либо с потерей каких-то доходов. Ну, смотря какие источники доходов, они могут быть разные. Это может быть просто какая-то финансовая потеря. Вот чаще всего, если взять нашу базу сбывшихся снов, она у нас самая большая в мире, то если посмотреть сны про раны на руках, то практически все они связаны с тем, что у человека либо какая-то денежная потеря, либо потеря источника финансирования или поступления доходов.